26-й дом на проспекте Комсомольском – одна из типичных хрущевок в центре города. Обветшалый дом за давностью лет порядком износился и требует полной замены кровли и системы канализации. Правда, когда дело дошло до капитального ремонта, сотрудники УЖХ нашли нужным обновить лишь фасад здания. У них пошла мода обшивать дома вот этой, как у вас обшивка. Ну, это по реформированию системы ЖКХ, вот, деньги выделили. Мы сказали, надо менять крышу, надо менять в подъездах окна. Бабушка в квартирах, если деньги есть лишние, ну, вот пенсионеры, которые есть, не работают. Да, да. И все. Не в обшивке дело, правильно? А они сказали, мы меняем только обшивку, главное, им лицевая, сторожу красиво было, крышу менять не будем. В результате жильцы не увидели ни ремонта кровли, ни ремонта фасада. Старая крыша прогнила и течет. Козырьки и балконы от давности лет покрылись мхом. Хотя это далеко не полный список. Также замену ждет электропроводка, трубы отопления и канализации. Последние находятся в аварийном состоянии, отчего в подвале дома постоянно стоит вода. Крематорий уже который год живет. Здесь вонь такая да. стоит. Летом вообще заходить невозможно. Похолодало, но еще немножко лучше стало, да. Однако получить ответы на свои вопросы жители не могут уже много лет. В УЖХ на все их вопросы и жалобы отвечают отписками. На собрание представители данной организации также не явились, хотя и были уведомлены о нем в письменном виде. Устав от безразличия к своим проблемам, жильцы приняли решение составить протокол собрания с подписью жильцов и направить его копию в управляющую компанию. Дальнейшие, последующие наши действия, просто-напросто мы будем письменно обращаться в УЖКХ, чтобы они нам предоставили отчет о проделанной работе, скажем, начиная с 2012, 2013, 2014 год. Чтобы они предоставили нам отчет. И мы уже посмотрим по этому, что, какие действия они сделали и почему они могут отчитаться. Однако проблемы этого дома связаны не только с коммунальщиками. Стихийный рынок под окнами нарушает покой и чистоту. Бабушки, уходя вечером, оставляют после себя картонные коробки и мелкий мусор. А пару лет назад по вине одной из коммерсанток произошел пожар. Вот сюда соскладировали ящики в том году и устроили здесь пожар. Ну, возгорание произошло просто-напросто, сухая погода. Притащили, заходят в маяк, берут газету «Интеграл-Инфо», вот, постелить, чтобы сюда, вот. И вот здесь вот соскладировали, кто-то что-то, может, окурок бросил, может, как-то. И вот это все загорело. Все жалобы, как в администрацию, так и к участковому, остались без ответа. Однако оставлять пенсионерок без заработка жители тоже не хотят. Старожилы помнят времена, когда вместо картонных коробок здесь были крытые ряды уличных прилавков. Данный вариант устроил бы всех, хотя жильцы и понимают, что это лишь пожелание, направленное в сторону властей. Резеда Садриддинова, Денис Кузнецов, «Время новостей».